YouTube-канал «Рыцарь Ларпа» и Олег Вольский при поддержке МГ «Крафт» представляют. Луис де Клисон. Гастон де Дрё. Люциния де Клисон. Леди Озера. Тибор из Рейкланда по прозвищу Бордюр. И другие. Свою борделло, как мы с самого детства с отцом плавали на кораблях. А, побачок! И качало. Да, это не на Пегасе летать. О, сильнее, ты же рыцарь. А, кстати, а тебе рассказывал твой отец легенду про зеленого рыцаря? Все право не знают эту легенду. Это главная цель каждого рыцаря, идущего в поиск. Это дух Бретонии. Но не каждый рыцарь Грааля встречается в бою с зеленым рыцарем. Вот как раз, чтобы стать граалевцем, нужно встретить зеленого рыцаря, не убежать, не испугаться, а сразиться с ним и показать свою доблесть и честь. Он непобедим. Защитник Бретонии. Он непобедим. Как же тогда его побеждают рыцари? Об этом могут рассказать только рыцари Грааля. Мы с тобой... не рыцари летали. И то верно. Я бы хотел сейчас поговорить с отцом. Вот. Сэр Гастон, судя по твоему лицу, ты уже практически зеленый рыцарь. Ну, это качественно дело бьет. Скорее всего. Ты рубака из рубак. Второй в плаще из света звезд. Из колледжа был маг. А третий самый молодой, не воин, не ком. Ну что, сэр Гастон, как твоя судьба поклала? Не очень. А как ты думаешь, мы встретим бритонского зеленого рыцаря? Не знаю, насколько мы достойны. Если когда-то, тогда-то не скоро. Но это будет для нас честь. Куда нас теперь путь ждет? Лая. Да, какое странное место. Пойдемте и разведаем, что там за этими темными воротами. Подождите, для нас, для всех это было слишком опасно. Я сам узнаю ответы на все мои вопросы. Согласен. Хорошо, брат. Кто рядом с воротами? Назови себя. Мое имя Луис де Клисон. Я думаю, что одна эмблема... Знакомая эмблема. Да, она нам знакома. Я хочу задать вопрос вашему командующему. Пустите меня, я не причиню вам вреда. Негоже нам общаться через ворота. Откройте ворота. А, если бы это было так просто. Что происходит? Ну, здравствуй, последователь Лодериэль. Зачем ты здесь? Я на этих землях, чтобы найти останки своего отца. Останки своего отца? Ты пришел спрашивать о вечно живущем. Смешно. Почему же? Следы идут сюда. Он здесь был когда-то. У тебя есть лишняя кровь? У тебя нет при себе склянок гоблинов, огров, орков, чудовищ, зверолюдов? На моем пути было немало поражено зверолюдов.
Если вам нравится кровь, что кое-что у меня есть для вас. Бросай, и ворота откроются. Быстро, они тебе голову. Давай, быстро. Да. Они останутся за воротами. Трусы. Напрасно. Не сильно доверяем вам. Стоять! Тихо. Бежать, животное. Ты заплатишь цену. Я ждал, спеку. Кровь взял. За вход. А вот за выход. Были такие, как ты, а теперь они на ту сторону. Я же пришел к вам с миром. Я не сказал, что это ты. Ты слушать не умеешь? Или мне передано более низкий диалект твоего языка? Мне сложно с вами сельфами. Может, ты ответишь на мой вопрос? Я спокойно. Вот так вот просто я отвечу на... О, нет! Сперва на тебя посмотрит наш бог. Я улыбаюсь, как услышал. Кто со мной разговаривает? Это неправда. Я всегда служу правде, чести. Я не понимаю, что ты говоришь. В храме с оружием. В храме бога битвы. В храме бога крови. Так почему бы ему не послужить косвенным образом и не восславить своих богов и тебя, о великий? Воины, отведите на арену рыцаря. Давай, пойдем на арену. Пойдем. И кто же со мной будет сражаться? Кто же среди вас достоин? Когда познакомься со своим противником. Так вот, лучший противник в мире. Вы же любите бороться с чудовищем. Мы деремся на арене. Эй. Поэтому мы пьем кровь до тех пор, пока Хейн или его невеста не скажет, что достаточно. Ну что ж, не таких существ я побеждал. Капритонию! Заведи озеро! Захвати его, наконец-то, он мне надоел. Видимо, леди присматривают за ним. Что, удивлены? В моей крови течет дух леди озера. Да. Ладарель еще та богиня, мы про это знаем. Что? Ладарель. Владычица тумана, морских проливов. О чем ты говоришь? Богиня Азур, ваша леди. Этого не может быть. Не веришь? Пойди и спроси фею-чародейку.
подними ее золотые волосы, и ужас! У нее очень острые уши, миндалевидные глаза. И цвет глаз твоей прекрасной Пенчантрес фиалковый. Вернее, как у истинных эльф. Если ты солгал, то ты придешь и найдешь. Выкинь. И сорву с тебя скальп, как ты срываешь скальп с невинных путников. Я выиграл честный бой. Выиграл. Поэтому ты уйдешь живым. А как же ответ на мой вопрос? Получишь, когда вылетишь пинком отсюда. Вильтон. За ворота. Пока ты жив. Пока мы позволяем тебе за них зайти. Открыть ворота. Вы увидели честь Бретонии. Это вандаром. Не пройдет. Иди. Но я честен. Ты хотел ответа. Нет, его не было здесь никогда. Вот в этой именно земле он никогда не появлялся. Но если Дракен Хоп, то в этих местах как он будет называться на Нейшпиле? Дракен Фельс? Господи, они сюда все соображают. Иди, он там. Сейчас провалю. Не трепещет. Ну что? Нежить. Зачем мы пришли в мою обитель? Нам нужно пройти дальше. Бретонские псы. Вы что, рыцари? Не все, прошу заметить, не все. Вы здесь рыцарь. Ты? Мы докажем это. Ты рыцарь. Мы оба рыцаря. И мы докажем это в поединке, если ты сомневаешься, Леша. Ну давай, не надо смерти. Вот посмотрим, насколько твои кости крепкие. Пришли упокоить твои кости. Ну да, рыцарь. Во славу Бретонии. Череп! Нужно похоронить череп! На леди озера! На леди озера! Давай! Давай! Упокойте его! Да упокойся с миром. Вознесем молитву Леди Озера. Пусть упокоит Леди Озера этого несчастного. Упокой душу этого несчастного воина. Честь Бретонии. Честь Бретонии. Зачем пришла мне замуж? Я уже все обороняюсь. Я ваша сестра по крови, зеленая зелена. Как зовут тебя? Вампир Ламия. Ну что ж, а что ты хочешь? Я хочу, чтобы вы меня признали своей сестрой. Я хочу жить на этих землях. Мы всегда рады новым сестрам. Но чтобы провести ритуал, нам нужна жертва. Привела ли ты кого-то? Конечно. Согласи. Барт! 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 Пираты, во имя нашей богини.
принимаем тебя, сестра. Будь нашей частью. Раздели с нами наше богатство. Раздели с нами нашу кровь. Раздели с нами нашу боль. Полезная информация о том, что происходит в этом графстве. Все слухи, все сплетни, чтобы сделать нас сильнее. Отпускаюсь. Вынесите это тело в хранительное кладбище. Я прихожу. Здесь нас ждет последнее испытание. Зеленый рыцарь, готовься к поединку. Вот мой путь к Граалю. Я готов принять последний бой. Что я наделал, друг? Что теперь будет с тобой? А кто же позаботится о нем? Сэр Гастон, за леди озера? Нет, сэр Луис де Клисон, боюсь, что наш путь уже никогда не приведет нас к леди озера. Но мы по-прежнему вместе и готовы пройти все испытания. Вы абсолютно правы, сэр. Я иду! 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 Я и